Итак, друзья, всем привет! С вами Влад Широков. Это мой обзор моего брокерского счета Тинькофф Инвестиции. И сейчас самое интересное, потому что, собственно, сегодня пришло оповещение, что Chesapeake Energy, собственно, разоряется. Бумага стала более рисковой. И она разоряется. Я потерял на ней очень-очень много средств. Очень много средств. Пишет, что за... То есть, если у вас 8910 акций, это делится на... То есть, одна будет 200. Это, получается, разделить надо на 200. Короче, у меня будет там 2000 акций. Где-то так. Или даже меньше. Ну, какие-то лайты вообще будут. Будет ужасный, в общем, обвал до 10 часов, а потом что-то обновится. Такая какая-то информация. То есть готовится крах. Сразу прогнозы, прогнозы поменялись. Продавать 0,1, 28% вниз. Сейчас будет крах. То есть плакали мои средства в Chesapeake. Зато переживем, вот, 80%. Такую вещь, как банкротство компании. Это будет интересно наблюдать. И вот сохранится неплохой, интересный для опыта ролик ценой в 500 тысяч рублей. Итак, крах Chesapeake. Потеря 7100 долларов. 7000 ровно. До 10 часов он должен обвалиться абсолютно. Ну, давайте по другим новостям. Также идет упадок, ужесточает карантин. А в России идет упадок нефти. 3% Татнефть, 6% обычный Татнефть, 3% привилегия. Сбер отрастает 13-17. ЛСР еще падает 2,66. Фронтир тоже ждет банкротства. Ахаген медицина 54%, но все в жестком упадке. И падает доллар, кстати. Падает доллар до 72. Короче, что-то жесткое творится, в общем, с рынком. Потеря существенная. Ну что ж, если вам понравился данный ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот такая вот судьба Chesapeake. До 10 часов все решится. Наверное, после 10 я запишу вам еще один выпуск. Это будет прикольно. Интересно, что будет. Они должны поделиться на 8... Ну, то есть, вот эти все акции должны пропасть. Поделиться там... Одна будет 200. То есть, 200 штук взамен одной. Короче, и вот так резко, на самом деле, меняются прогнозы, да, хотя они были, да, надо покупать, вырос до 3, вот те все прогнозы. Ничего это не значит, так что будьте бдительны, прогнозам абсолютно не верьте. Всем успехов на рынке, пока, пока, в 10 часов увидимся, наверное, после 10.